И еще об одной нашумевшей истории, которая произошла в Саратове. Внешне это выглядело как массовая драка школьников. Но на деле это была, увы, не просто драка, все гораздо тревожнее. В Саратове побывала наш корреспондент Ольга Демидова. Недавно в саратовской прессе появилась серия публикаций об избиении учеников гимназии номер один. Саратовские журналисты, а также сами потерпевшие, настаивают, что нападение произошло на почве национальной неприязни. Причиной конфликта стала обычная школьная ссора, когда двое ребят не поделили парту, решили поговорить. Место назначили подальше от своей гимназии. Но поговорить с пятью местными школьниками, по их словам, пришло человек 30, как принято выражаться, южных национальностей. Нас вот там у поля били. Там, когда вот меня лично ударили, там кричали «Кавказ сила». Что это было? Просто громкая фраза или нечто большее? Просто драка школьников или действительно проявление национальной неприязни? Знаешь, с Саком Оганесяном мы всегда дружили, ходили вместе по кафешкам, всегда, ну, часто вместе проводили время. У нас не было никогда никаких проблем, всегда был весело втроем, вот я, Влад и Сак. Они и сейчас втроем, правда, теперь в уголовном деле, по разные стороны баррикад. На данную встречу 30 сентября примерно в 15 часов дня пришли несовершеннолетние, значит, у нас Лабунский, Грачев, также и другие учащиеся 9 В-класса. На данную встречу пришли и увидели Оганесяна в количестве, количество у нас по версиям свидетелей, потерпевших разное, достигает где-то от 25 до 40 человек. Лиц кавказской национальности, как поясняют нам потерпевшие. Семья Оганесян тоже считает себя пострадавшей. Как объясняют, от того, что масштаб конфликта серьезно преувеличен. То, что ребята собирались где-то, о том, что они разговаривали, это я считаю, что правильно. Потому что потом я уже от своего ребенка тоже услышала. А то, что там было много людей, что их избивали, там вымогали денег или там что-то еще, как пишется в прессе, это ложь, это клевета. В любой драке виноваты обе стороны. При этом каждая будет настаивать на собственной правоте. Но кто виноват в том, что выяснение истины до сих пор не закончено? Мне кажется, что во многом здесь есть вина охранительных органов, которые вовремя не занялись этой проблемой, не провели полное расследование, чтобы дать оценку вот ситуации, как и по идее, не только правоохранители, может быть, не столько правоохранители, сколько педагоги сначала должны были заняться. Однако педагоги Саратовской гимназии номер один считают иначе. Этот инцидент, на наш взгляд, не является сколько-нибудь чрезвычайным или даже выдающимся. Как и большинство конфликтов, все произошло из-за пустяка. Ну, согласитесь, что место за партой для 9 класса – это повод, который не стоит вот того резонанса, который появился. Таким же олимпийским спокойствием отличаются и представители саратовского ГУВД. Я считаю, что, значит, все-таки есть определенные силы, которые, так сказать, в принципе, искусно стараются подогреть, в принципе, интерес к данному вопросу. Потому что, будем так говорить, чего-либо сверхъестественного, чего-либо, так сказать, такого из ряда вон выходящего, значит, в этом случае просто-напросто не было. Значит, обыкновенный, в принципе, конфликт подростков, который, будем так говорить, в принципе, искусственно, значит, подняли на, в принципе, такой уровень освещения в прессе. Зато председатель Саратовского казачьего общества атаман Андрей Фетисов считает иначе. Конечно, факт вопиющий. То есть единственное, что, конечно, не хотелось бы этот конфликт представлять как именно школьный конфликт. Потому что, во-первых, это было вне стен школы. Во-вторых, там, я так понимаю, что довольно взрослая молодежь там тоже имела место присутствовать. В данной ситуации, в общем-то, хотелось бы одного, чтобы виновные были действительно установлены, чтобы это дело не спустилось на тормозах. С тем, что эту проблему нельзя замалчивать, согласен и министр Саратовской области по национальной политике. Мы собирали директоров школ и сказали им: уважаемые директора, я понимаю, что каждому директору школы хочется, чтобы была школа хорошая, успешная, отличная, что-то недостаточно. Но вот то, что вы замалчиваете, не выносите мусор СБ, это минус вам. Настоящий анклав дружбы народов в Саратове – национальная деревня в городском парке Победы. Здесь представители каждой из бывших союзных республик построили по островку своей родины. Под уменьшенной копией Бакинской девичьей башни на чай собрались грузины, узбеки, армяне и дагестанцы. Общее мнение – очень нужна серьезная молодежная программа, которой сегодня нет. А на развитие национальных объединений Саратовской области на 3 года выделено всего 350 тысяч рублей. Сегодня не вложить копейку в развитие национальных отношений, завтра мы миллиарды потеряем.
Суть не в деньгах, не в 300 тысячах. Должно уделяться внимание, должна быть продуманная государственная концепция по развитию вот этой отрасли. Потому что это самый тонкий, самый хрупкий вопрос в развитии, так будем говорить, общественных отношений, вот этой отношения между национальностями. Здесь, в национальной деревне, очень по-детски обижаются на подозрения в межнациональной неприязни и пытаются всех помирить. Ну, вы извините, Кавказ – это тоже Россия. Если Кавказ – сила, это Россия – сила, правильно? Можно, конечно, и так сказать, но лучше было бы все же не слышать этого лозунга ни на саратовских улицах, ни на каких-либо других. Ольга Демидова, Илья Редкозубов, Игорь Киселев. Аналитическая программа «Постскриптум. Саратов».